Запись пошла. Всем привет еще раз и добро пожаловать на канал. Сегодня с нами Андрей Смелов, и он расскажет про то тестовое задание, которое он сделал на Фласке. В какой компании? Акронис. В Акронисе. Окей. Но чтобы не тянуть время, поехали. Давай, показывай код, предъявите ваш код в студию. Да, всем привет. Собственно, ситуация такая. После первого технического собеседования я получил положительную обратную связь от интервьюера. И он сказал, что они обсудили с командой мою кандидатуру. И их смутило то, что я не работал с Фласком. То есть у меня в опыте был только Джанго. Поэтому они решили мне выдать небольшое тестовое на Фласке. Задание звучало так. Это должен быть веб-сервис, в который пользователь может загрузить картинку, повернуть ее влево-вправо на 90 градусов и скачать получившийся результат. Все это нужно было обернуть в Docker и написать инструкцию, как можно это развернуть локально у себя на машине. Слушай, Docker имелось в виду, это dev-режим или все-таки с Nginx, вот со всем этим делом? Я уточнил у интервьюера, действительно, какая нужна реализация. Я был готов написать и полноценную, как для развертывания на живой сервер. Но он обозначил, что просто локально в контейнере на машине в режиме developer будет достаточно. То есть SQLite вот. Достаточно этого? Более того, в проекте вообще не подключена база данных. Просто файлы загружаются локально в папочку этого же проекта. То есть по типу API какой-то? Ну, во Фласке, на самом деле, это вообще достаточно элементарно реализуется, по-моему, прям встроенной функцией. Но пока я реализовывал этот проект, я, естественно, задался этим вопросом, мне действительно подкручивать базу данных, и достаточно будет SQLite, или можно не заботиться об этом и грузить просто в папку. Интервьюер ответил, что да, можно просто в папку. Тем не менее, вопрос, как прикрутить базу данных и работать с ней, я тоже, в общем-то, в процессе освоил. SQL чем-то там, наверное, да? Да, она самая. Ясно. Ну, с чего начал, скажи? Вот как бы есть задание, которое ты ни разу до этого не делал, и тут вот надо его сделать. С чего начинал? Да, ну, собственно, перво-наперво я такой Фласк. Ага, ну я знаю, что это некий микрофреймворк для веб-разработки. Никогда его в глаза не видел. Ну, пошли. Google Python Flask. Что это такое, с чем его едят? Открываем Quick Start, пишем функцию Hello World, запускаем сервер. О, работает, класс. Ну, пошли дальше. Собственно, разбил задачу на подзадачи. Да? Это загрузка картинки, потом ее поворот и ее скачивание. Давай покажешь роутер, где они здесь. Да, собственно... Во Фласке как-то очень непривычно, да? А вот он, индексный. После Джанги, да, во-первых, вот все умещается в один скрипт, который там вот 120 строк занимает. Так, ну и вот начал я с этого скрипта. Ну, то есть ты здесь сделал два разрешенных метода, get и post, правильно? Да. Непосредственно для отображения картинки и для ее загрузки. Вот тут, собственно, все довольно просто, на мой взгляд, опять же, после Джанги. Каким путем я шел? Повторюсь, разделил все на подзадачи. Первая задача была загрузить картинку. Опять же, Google, Flask, download image. Или наоборот, send image to server. Что-то в этом духе. И много разных источников есть, много разных есть подходов реализации. Вот один из них выбрал, по нему пошел, начал постепенно реализовывать, параллельно тестируя, используя дебаг-режим в PyCharm, супер-мега удобная штука. Слушай, а ты какие-нибудь тесты писал? Нет, тесты не писал, поскольку объем достаточно небольшой, и посчитал, что тестирование в ручном режиме будет быстрее, чем написание теста. Угу, хорошо. А есть у тебя какая-то здесь проверочка на... Вот я вижу файл extension. Каким образом она у тебя? Тоже все нагуглил? Да.
Да, в общем-то, все это есть в статьях по загрузке изображений. Есть проверка на пустое имя, есть проверка на разрешенное extension. Вот, кстати, остался print. Я обратил внимание. То есть, даже с принтом приняли, да? Ну да, как-то я не заметил его, видимо, когда сдавал. Ну, потому что я был полон энтузиазма, и мне хотелось побыстрее сделать и отправить. Вот. Ну да, есть, в общем-то, проверка на разрешение файла, который у меня вот здесь, например, указаны. Ограничение на максимальный размер, опять же, куда грузить. Есть хранение секретного ключа, который мы подключаем, естественно, через окружение. Вот тут есть похожие пересекающиеся штуки, ну, в общем-то, с любым веб-фреймворком. Так, вот, например, функция проверки на допустимое разрешение этого файла. Расширение. Вот, расширение, да. Функция на проверку максимального размера. Вот, и то есть я пошел... Даже не стал морочиться с ООП, в функциональном стиле нафигачил, и все нормально, да? Да, опять же, из-за небольшого объема посчитал, достаточно будет функций нескольких, нежели реализовывать классы. Хотя, опять же, реализация через классы, ну, вполне доступна, это можно делать, опять же, не так это все сложно. В Google все есть. Ну, хорошо. Смотри, загрузил ты изображение, а дальше что? Дальше мы его рисуем, то есть страничка у нас обновляется, получаем последнее изображение из папочки и его рисуем для пользователя и прикручиваем кнопки «Повернуть налево», «Повернуть направо». Отдельного внимания заслуживает тут вот функция «GetLastImage». Она, вот, как видно, довольно большая. Опять же, после того, как я в интервьюере уточнил, как мне грузить в базу или достаточно будет локально в папку, стояла задача достать последнее изображение, которое в папке есть, чтобы его показывать. И опять же пошел гуглить, разбираться, как это сделать, и вот такую собрал, в общем-то, такой замечательный гибрид из нескольких источников, который вполне себе хорошо работает. При этом уверен, что... Потерялся. Не вытянет. Алло. Алло, алло, да-да. Уверен, что? Уверен, что упустил какой-нибудь крайний случай, когда приложение может лечь, но от меня этого не требовалось, поэтому... Ну, в общем, не сказать, что прям супер оптимальный. Наверное, где-то можно добавить. Скорее всего. Причем это касается не только этой функции, а вообще его приложения. Но опять же, я ведь претендую на позицию джуниора, поэтому то, что могу выдать, то выдаю. Слушай, насколько быстро у тебя это все вот написалось? В течение 2 дней я все это сделал. При этом не особо торопясь, там я прерывался на обычные какие-то бытовые штуки, там нормальный полноценный сон, то есть не сидел с красными глазами там круглые сутки. Вот. Собственно, следующая задача была это повернуть изображение. Это можно сделать несколькими способами. Я выбрал достаточно простой через библиотеку Pivot. Вот. Повернул, в общем-то, на 90 градусов в одну сторону, ну, на 90 в другую, то есть влево-вправо. И нужно было изображение скачать, получить. Тут, опять же, во Flask это делается очень просто. Достаточно простая функция. Return send from directory. И все получаем. Так, и подключил еще Bootstrap. Реализовал фронтенд. Достаточно простой, но удобоваримый, чтобы были не просто дефолтные кнопки, а хотя бы какой-то там. Вопрос. Нужно ли вообще бэкэндеру верстать, как по-твоему? По-моему, нет. Но зависит, опять же, от требований. У меня просто было на это время, и я решил, почему бы и нет. Но в ТЗ это, в общем-то, не стояло, правильно? Да, в ТЗ, в общем-то, этого не было.
Ну, окей, ладно. То есть тебе какой-то фидбэк по этому дали, по этому вот коду? Или просто сказали, ну, все окей, ты прошел, вот тебе офер. Или Да, добро пожаловать на собеседование. по коду, к сожалению, не было код-ревью, а фидбэк был получен в кратком виде, что да, все круто, классно, сделано, нам нравится, молодец. Окей. Ну ладно, хорошо. Спасибо большое за интересный рассказ. Да, Надеюсь, не за что. было полезно, познавательно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал или как там говорят эти ваши ютуберы. Вот. Ну, до встречи через некоторое время. Всем пока. Пока-пока.